Стрельбу по собакам прямо на детской площадке открыл житель Дзержинска. В этом дворе много бездомных животных. Мужчина гулял со своей домашней собакой, и с помощью стрельбы он решил распугать остальных. Так вот и самым диким хозяевам. Человек ходит с пистолетом. Только что при мне выстрелил. Достал оружие из кармана, выстрелил в пол. Я это все видела. Заснять я не успела, я просто была в шоке. А это был пистолет. Не знаю, травматический или обычный, настоящий. Я напугалась так сильно. Я была вот здесь, как раз он на этом доме стрелял. Просто стрелял вот так вот. Он стреляет так, как вот ружье. На детской площадке стояли дети. Дети прекрасно слышали выстрел. Ты что, дурак? Стреляет. Тут кругом дети, а он стреляет. Ну, я подошла к нему, сказала, уберите пистолет. Сейчас позвоню в полицию. Он сказал, я тогда сейчас напишу заявление, что он кидается на людей. И начал мне высказывать, чья это собака, что она тут кидается, что он сейчас ее пристрелит. Но он не первый раз уже стреляет. Он живет в 12-м доме, у него своя собака. То есть... И он как раз он шел с собакой, со своей, а эти увидели его, подбежали, стали лаять, и он начал стрелять. Я говорю, ну, водите на поводке, сама води на поводке. Как-то нужно по-человечески относиться. Как заявляет жена стрелявшего, мужчина открыл огонь только в целях безопасности. Вы знаете, это не то, что он обстрелял, он защищал девочку. Девочку? Да, потому что эти собаки с нашим дворником периодически нападают. У меня самой собака, они на нас нападают. И они чуть ее не искусали, поэтому он их отпугнул. Вот, и он просто вверх их пугнул. Все. Я хочу сделать заявление, то, что мы будем отлавливать собак этих, написать. Потому что они уже не на одного человека нападают. У нас самих животные. Мы же не их не истязаем, ничего. Это делается в наших целях безопасности. Если вы газовый баллончик с собой берете, вы же не агрессивный же человек, вы же на всех не нападаете просто так. Так же и здесь. Кстати, как сообщили нам в полиции, они проводят проверку, чтобы установить, из чего велась стрельба и была ли она оправдана.